24 и 25 мая во всех школах города Челябинска прошли торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. В ходе несения службы по охране общественного порядка в парках и скверах города Челябинска сотрудниками полиции было выявлено 18 несовершеннолетних правонарушителей и двое взрослых граждан, которые вовлекли несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. 5 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, 6 – за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за мелкое хулиганство. 3 законных представителей привлечены к административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения их несовершеннолетними детьми, не достигшими 16-летнего возраста.